Всем доброе утро. Максимально быстро записываю начало. Я опаздываю на последний день практики. Да, сегодня я, кстати, на практике до 12. Я отпросилась, потому что сегодня мне нужно уезжать в свой город для того, чтобы сделать ноготочки. И, конечно же, ко врачу. Или к врачу. Я не знаю, как правильно. Меня все вечно исправляют ко врачу, но я думаю, что это тоже правильный вариант. Короче, неважно. Все, я побежала. Коротко о состоянии моих ногтей сейчас. Это просто ужас. Короче, вообще все ужасно. И, наконец-то, я сегодня переделаю их. Короче, я уже пришла на практику, и, как я говорила, у меня сегодня вообще сумасшедший день. Объясняю. Сегодня я на практике до 12, обычно я до 4, потому что мне сегодня нужно к 2 часам сначала на ногти приехать в свой город, к врачу, к 5. И мне нужно очень много времени на дорогу. Я после практики сразу иду на остановку, сразу еду на вокзал, чтобы приехать на Черкас. И уже в Новочеркасске я иду по своим делам. Короче, очень все долго, очень все нужно быстро все делать. Я чувствую уже заранее, как я устану за этот день. Только что, и сейчас я уже иду на ногти к мастеру, к моей подружке. Я приехала намного раньше, но это лучше, чем позже, поэтому я дико устала, потому что безумно жарко, и дорога очень сильно выматывает. Короче, это вообще ужас. У меня на телефоне осталось буквально 25% зарядки, но я взяла пауэрбанк, но я не знаю, хватит ли мне его на весь день, надеюсь, что хватит, и я смогу вам полностью весь день снять. Some days you're the only thing I know. Only thing that's burning when the nights grow cold. Can't look away, can't look away. Beg you to stay, beg you to stay, yeah. Sometimes you're a stranger in my bed. Don't know if you love me or you want me dead. Push me away. Push me away and beg me to stay, beg me to stay, yeah. Call me in the morning to apologize. Every little lie gives me butterflies. Something in the way looking through my eyes. Короче, я наконец-то закончила. Я сейчас бегу на остановку и буду ехать к врачу. Потому что если я не потороплюсь, я опоздаю. Я уже закончила. Сейчас я поеду на вокзал и в Ростов. Наконец-то я закончила со всем этим. Вот. Поэтому встретимся потом. Наконец-то я еду домой. Я еще зашла в магазин, купила продукты в себе. И наконец я буду отдыхать.